Так, друзья мои, вот видите, хочу вам показать, что получилось в отливке свинцом. Ну вот, женщина, на которой произошла прямо резкая бесовская атака. Ну вот это то, что осталось, видите, в ковше. Вот это прямо, видите, сущность такая, череп, отвратительный череп. Сверху вот здесь еще есть одна, если вы видите. То есть здесь морок на голове, а здесь вот на уровне живота и ног. Прямо вот эта вот сущность. И, ну, в общем-то, друзья мои, здесь совершенно не до смеха. Она чуть не подтолкнула эту женщину, если бы ее не спасли, подтолкнула к суициду. То есть здесь совершенно, знаете, здесь уже не просто какое-то, а вот здесь прямо вот эта вот одержимость бесом злым, который, ну, хочет погубить душу. А, естественно, уговаривают, говорят, что вот давай, уходи. Сейчас там прыгай с балкона, ты умрешь, но я возьму твою душу, и мы пойдем с тобой, там ты возродишься в верхних мирах. То есть, представляете, это не просто так. И человек не просто он слышит и верит в это. И прямо вот на самом деле очень серьезно и опасно. Вот, драгоценные мои друзья, вот это отливка. Ну, не отливка, это в чаше осталось, отливка-то другая. Но отливку я вам показывать не буду, в ней тоже не все просто. Все, драгоценные, пока, сейчас.